4 муниципальных водоканала перешли в ведение Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики. Соответствующее распоряжение подписал Ради Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь, в частности, идет об Уфа-водоканале, Салават-водоканале, Сибай-водоканале и Межрай-Камун-водоканале. Последний обслуживает Кумертау и ряд сел Кургазинского района. Как ранее сообщал РБК Уфа, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на конец августа учредителями уфимской компании стали Министерство земельных и имущественных отношений и МинЖКХ региона. Оптимизация численности сотрудников не предполагается. По данным ресурса «Контурфокус», по итогам 2019 года Уфа-водоканал получил более 57 миллионов рублей чистой прибыли. При этом выручка достигла почти 4 миллиардов рублей.